Мэр Владивостока задержан, этапирован в Москву и арестован на 2 месяца. У него в кабинете прошли обыски. Игоря Пушкарева подозревают в злоупотреблении служебным положением. По данным Следственного комитета, он незаконно выдавал госзаказы фирмам своих родственников. Причем говорят и о подкупе, и о взятках, и о прямых приказах заключать договоры с аффилированными мэру фирмами. Сумма подкупа следствием названа почти 1,5 миллиона рублей за то, чтобы фирма «Дороги Владивостока» купила дорогостоящие стройматериалы для исполнения муниципальных контрактов у группы компаний «Восток-Цемент», которую контролируют как раз родственники мэра. Сам мэр явно не бедствовал. Следователи говорят, что в списке имущества Пушкарева дом, напоминающий по размерам и оформлению дворец, вертолет и 2 катера. Хотя сам Владивосток городом образцового содержания назвать сложно. Причем 41-летний Пушкарев, возглавлявший администрацию города с 2008 года, стал уже 25-м мэром, арестованным за последние 5 лет по подозрению в казнократстве.